Работаем. Вот тебя сниму. А, боишься, да? Это же ноги. Да, это не бикини. Да, или не подмышка. Это явно не бикини, не подмышка, это ноги. Мягкая паста намного глубже проникает. Это мягкая работа, замечательно. Только вам нужно набить немножко руку, чтобы работать с мягкой пастой. Угу. Она быстрее проникает в волосяную фолликулу. Хорошо зацепляет ее и удаляет. Плотная паста более агрессивная для кожи на ногах. Угу. И она может рвать волоски. Я могу вот так оставить те волоски, которые тяжело удаляются, хорошо держатся немножечко, да? И поехать чуть-чуть дальше. Срываем ровно вокруг синяка, потому что у нее там болит. Синяк не трогаем. Не надо так близко, это плохо качество будет. Вокруг коленочки тянутся волоски. Значит, медленно. Тянем медленно волоски. Ее синяк трогаем, да? Ну, не трогаем, мы так его обходим стороной. Она говорит, я говорю, трогаем, она сразу. Опытная теперь, женщина, теперь девушка, теперь умеет. Те волоски, которые остались, мы уберем, они все равно не хотят. Каким методом еще можем попробовать? Вот тут, видите, прилипло, вспотело. Все, выключаю уже, хватит. Где? Опять обратно нажать? То, что прилипло, вспотело немножко. Мы немножечко... У нас получился такой вакуум. Паста долго лежала, и у нас начинает потеть нога. Что там теплое. Это приходить с волосами, все длинные. Зато понятно, что раз они решились на это, уже хорошо, что они все-таки на это решились. Посмотрите, вдоль полоски провожу, делаю валик, валик вдоль полосочки идет. То, что мы нарисовали, я имею в виду. Резко сорвали, все, придавили. Дестерестные волоски, да. И так постоянно, тут по одному, по два волоска уходит, но мы делаем все это намного аккуратнее. Вообще, по идее, чуть глубже можно сделать полоску, но у нее тут и так ничего не растет. Главное, резкая здесь нужна. Паста уже мягкая, вам будет сложновато, вам надо плотно чуть добавить. Что, попробуете? Будешь или я? А я думаю, что она так замолчала? На видео снимает нас Татьяшка. Девушка, не снимайте. Не видно. Еще такая музыка, да? Осторожно. Вам все можно, да. Только у вас по чуть-чуть, да? О, классно, да. Мимбиан дышашь со мной. Дышу. Кстати, да, ну у тебя что, бикини не хочешь сделать себе? Всем привет! Это шоу-программа «Сахар Шугаринг». Только мы учимся другому. Расскажи, расскажи. Это называется наклейки. Глиттер тату. Ой, наклейки, говорю. Глиттер. Уберите
урок очень трудный. Нам смешно сейчас. А на самом деле вообще не смешно. Да. Клитор, да? Она сказала. Вот я и за ним. А, глиттер. Во! Настоящий перевод. Да это сказал клитор. Дословно. Дословно. Она делает мне сейчас тату. Незабываемо. Хватает на 2-3 недели, даже больше. Смотря как вы будете за ним ухаживать. Я очень вас люблю. Всем пока. Вот, щекотно, давайте. Все, чик. Все, чик. На видео снимайте, еще Татьяшка. Артистка ты. Закончила, да? Угу. Молодец. Все, мусорку туда, га? Сейчас будет делать Мика пальчики. Берем мягкий сахар. Чуть-чуть хватит. Дальше. Дальше. Меняем его на палочку. Ой, мажем на маленькую палочку. На деревянную, да? Деревянный шпатель. Мажем его. Она должна растаять. Такая маленькая взяла. Теперь брызгаем ее ноги. Чуть-чуть делаешь ногами? Чем побрызгала? Лосьоном. Лосьоном. Угу. Берем сухую салфетку, вытираем. Делаем сухой. Татья, вы меня смущаете. Берем талк. О, я правильно сказала даже. Сыпим, да. Кетчуп. Талк. Сейчас заплачу от тебя. Ты то, что приталиковала, сейчас размазывала влажной салфеткой. Ты не говори. Делай правильно так, все. Берем пальцы. Ладно, делай скидку. Эй, суки. Все. Вот, руками сделала. Так, почему голыми руками? Если ты сняла... У меня перчатки невидимые. Если сняла перчатки, значит, салфеткой придерживай. Если ты уже поработала, увидела, что ты что-то забыла. Невидимые перчатки, видите? Не вижу. Мажем против волос. Пальчик загибай. Пальчик. Рукой. Вот так, да? Да. Мажем. Медленно. Медленно мажем. Мажем. И мажем. Ты какую пасту взяла? Мягкую. Нет. Надо было быстрее. Поплотнее надо было взять. Пока она холодная, по-быстрому. Вот так. Становится чисто. Все сделала? Все чисто. Сейчас проверю. Проверь. Остальные пальчики там все нормально? Да. Угу. Там еще не все убрала, да? Да, вот здесь его убираем. Угу. Боком. Шпателем, боком наноси. Торцом. Вот так, да? Угу. Куда ты делаешь? Что ты делаешь? Не так ты встала как-то. Встань нормально. И по росту выдирай. Руку нормально делай. Угу. Против волос. Так, против роста волос. Против роста волос. Угу. Натяжение лучше там сделать в другом месте. Не за пальцы держать сейчас ее. Там вот ниже. Надо было снизить. Ну, там не так сильно натягивается кожа, но все вот. Равно. Ну ладно, ладно, она сделала натяжение сама уже. Угу. Скрючила свои пальцы. Угу. Вот, чистенько. Угу. Гладенько. Ты не забудешь меня никогда. Я тебе найду потом. Я буду в трамвае. Кондукторит, блин. Давай, пока мы не расстались. Внучка кричит брату. Вова, если будешь меня искать, я в шкафу. Вот так, все. Молодец. Все? Угу. Чики-брики.
Чики-брики. Вот и ножки у нас красивые. Сейчас проверю. Кто-то здесь сахар не до конца убрался. Это я. Все, сделала? Да, молодец. Все. Ура! Так, Вилюш, я тебя поздравляю с вручением сертификата. Спасибо. Желаю тебе процветания в этом деле, чтобы ты добилась всего, чего хотела. Спасибо тебе большое. Ой, какие. Давайте я вот сюда поставлю. Нет, здесь сахар лучше поставлю. Да. Потом и твою поставим рядом. Так, Дана, я тебя тоже поздравляю, то, что ты получила сертификат. Это для тебя будущее. Твое прошлое уже сзади. Это будущее к новому... как тебе объяснить? Да, начинанию к твоему работе. Удачи желаю, чтобы ты... работала, может, вместе будем работать где-то. Ну, сюда. Поздравляю! А то я по-русски ты знаешь. Казахша, вы трывай там у меня, да? Казахша, сені құттықтаймын. Сертификатымен суретке түсірейік. А, на видео уже. Она может сфоткать тоже вот так. Могу. Вы все уже? Да.